В Москве в киноконцертном зале «Россия» прошла премьера фильма «Не бойся, я с тобой» 1919 известного кинорежиссера, народного артиста Азербайджана и заслуженного деятеля искусств России Юлия Гусмана. Картина, снятая совместно киностудией «Азербайджан-фильм» имени Джафара Джабарлы и российской кинокомпанией «White Media», является продолжением легендарного фильма «Не бойся, я с тобой» 1981 года с Львом Дуровым, Паладом Бюльбюль-Оглы и Мухтарбеком Кантемировым в главных ролях. Действие нового фильма разворачивается во время короткого, но яркого периода первой демократической революции на Востоке и в Азербайджане. Теймур Палат Бюльбюль-Оглы стал депутатом Азербайджанского независимого парламента. Рустам Мухтарбек Кантемиров служит в Красной армии, а Сан Саныч Лев Дуров живет в доме на берегу моря и учит детей карате. Любимые герои объединились для того, чтобы освободить похищенную дочь Теймура Ширин. Премьера – это всегда праздник, это всегда радостное событие. Конечно, оценку дадут зрители, но создатели всегда надеются на успех. Тем более, что первый фильм был очень успешный, стал культовым. Конечно, этот фильм уже – это другая история, хотя многие исполнители те же, но история уже другая. Это приятно, радостно, что сняли фильм, пока все мы еще на этом свете. Так что та же команда создала фильм. Будем надеяться, что он понравится зрителям. Торжественный вечер открыл режиссер картины Юлий Гусман. В этот день очень ждали, и как говорится в одной песне, приближали как могли. И, в общем, не получилось, может быть, его победить очень быстро, но получилось. Сегодня здесь много очень друзей. Еще раз спасибо, что вы здесь с нами. Картина у вас должна быть как бы веселая, добрая и симпатичная. Я хочу, чтобы вы вот эта веселая, добрая, симпатичная любовь и дружба, это то, чтобы вот то, что картину мы вместе делали, и то, что вы сюда принесли. В интервью «Вестнику Кавказа» режиссер картины Юлия Гусмана рассказала про проделанной работе. На самом деле это очень большая была работа и очень тяжелая. И я настолько вот люблю вот этих людей, которых я снимал, и Азербайджан, где мы это снимали. Мне очень хотелось, если наша любовь, и наша доброта, и наше желание, чтобы мы жили все вместе дружно, и Кавказ, и Закавказье, и Россия, и Украина, передастся как-то людям, то я был бы счастлив. Также мероприятие посетили известные общественные деятели России, деятели культуры, искусств, представители российской и азербайджанской творческой интеллигенции, которые поделились своими впечатлениями от увиденного. Мне было, честно говоря, сложно, но тем не менее приятно сегодня, что в Москве прошел фильм «Не бойся, я с тобой». Спасибо Юрию Александровичу Гусману, что он мне уже доверил не как КВНщику, а как актеру. И нам было очень легко работать на съемочной площадке. И сегодня вот мы видим плоды нашего труда. Сейчас я просто, что вот случилось в конце концов эта премьера и в Баку, и в Москве, и теперь через 3 дня выходит на широкий экран. Ну, я очень счастлив. К сожалению, на байкинской премьере я не был и упустил лишнюю возможность счастливую побывать в Баку. Вот, поэтому я сегодня первый раз здесь это смотрел кино. И у меня самые положительные, позитивные впечатления. Вообще я смеялся от души. Кино Гусмана – это кино персонали. Мухтарбек Кантемиров, дядя Лёва Дуров. И то, что вот как бы даже при всех своих экспериментах в свободное от поэзии время вот, там, сказать, довелось там, принять такое шуточное участие в фильме, это тоже приятно. Поэтому мы большая победа, что в это время этот фильм вышел. Со своей сказочной, особой гусмановской эстетикой. Поэтому это такой пир дружбы Москва-Баку, пир особого кино.